Заслуженному тренеру КАЗ-СССР, почетному гражданину Карагандинской области Анатолию Степаненко исполнилось 75 лет. С юбилеем ветерана спорта поздравили в Акимате региона. Аким области Ермаганбет Буликпаев отметил большой вклад Анатолия Степаненко в развитие и популяризацию спорта. И вы внесли очень большой вклад в развитие спорта нашей страны. Заслуженный тренер, почетный гражданин нашей области Анатолий Георгиевич, с юбилеем вас! Большим-большим юбилеем. Очень рады мы видеть вас. Анатолий Степаненко первым в Карагандинской области стал мастером спорта СССР и мастером спорта международного класса по велоспорту. В 1970-м призер чемпионата мира, единственный велогонщик КАЗ СССР, принявший участие в Олимпийских играх 1972 года. В 28 лет получил звание заслуженный тренер КАЗ СССР. После завершения спортивной карьеры работал тренером, возглавлял областной комитет физической культуры и спорта. Теплые для Александра Степаненко слова прозвучали от его друзей. Человек исключительной скромности. Очень порядочный, очень честный человек. В 1994 году Анатолий Степаненко стал директором первой в регионе частной спортивной школы клуба «Олимпийский резерв». Учебное заведение он не только сохранил, но и вдохнул в него новую жизнь. И сегодня Анатолий Степаненко каждый день спешит на работу. Его ждут, ему доверяют. Во-первых, я очень благодарен, что сегодня руководство нашей области, нашему акиму, который, ну, для меня очень почетно и приятно, что было высказано много слов, что он принял меня. Лиана Жамильханова, Жайнат Джексебаев и Нуржан Табриз, телеканал «Сарыарка».